like a normal thing. I think you can integrate your code with it. And what's that mean? It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Is he gonna buy me a drink first? Супер активный это вообще. Да. О, чё? О, у тебя у меня. Понятно. Нельзя, да, на руках стрелять, а не прыгать, быстро и бегать, а? Давай, пали. О, давай. Я даже могу помереть, смотрите, Если ты сначала подумал, что я вообще мега бессмертный. Я могу его подумать. А, походу, плохая идея, чтобы заходить. Тут же. Nobody, I did this. What the? Super. Fatality. Pro. Лев. На самом низ. На самом деле падали все. Damn. I am pumped. Hey, it works. Yes. Bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Man, fuck him, Kenzie. Set me in one of them training rooms. I think I can do that. Короче, сейчас Saints Row 4. Телепортация? PlayStation. Phone claw. Thor. Whoa. Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Yeah, that sounds awesome. Let me load up a few targets from the simulation for you. Wait, back it up. You putting me in with people who's gonna try and kill me? Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Anyone else wanna try me? Kinsey, what's this thing? It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. Shit! Hell of an entrance there, guy. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zunyak added a shield to the warding. I guess he pissed him off. Yeah. Well, so what? Just tell me how to get around. You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. В это надо играть, ребят. Торопитесь, PSN. Реально, такое предложение упускать, это просто грех. Если особенно вы не играли в Saints Row 4, ну или вообще хочется что-то подобное GTA, вот вам GTA в открытом мире с суперспособностями. Еще можно играть в онлайне с другом. Четкая вещь, торопитесь. А с вами был Дейдара 2, а не один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас я вам покажу, что это, собственно, GTA.
Вот, пожалуйста, открытый мир. Ну, это я, естественно, сюжетная миссия была, которую вы видели. Задание все очень сильно в фиолетовых цветах, как я люблю. Я люблю фиолетовый цвет. Есть всякие, как вы видите, штуки, которые надо собирать. Такое даже как супергероика, можно сказать. Ну, именно эта часть. Такая GTA супергероика. Почему GTA, да? Вот такие типа, почему GTA, ты меня обманул. Смотри, берем любую тачку. До свидания. Включаем пафосное радио, правда оно включено, ну ладно. Давайте включим тогда не менее пафосное радио. И едем куда-нибудь. Допустим, мы едем в далекие края, потом резко выпрыгиваем из тачки. Она куда-нибудь там вырезается. Ладно, что-то не сильно получилось резко выпрыгнуть. Ладно, тогда... Вот так сделаем, а? Как вам? Или вот так? А? Весело же. Ю-ху! Или, к примеру, приземлимся вот здесь. Из-за... Катай. Дерзкий песил. Чё ты, а? Думаешь, я в голову тебе не стрелял? Как стрельну? Да, музыку, допустим, мы вырубим. Ой, мне звонят, ребятки, так что... Давайте, всем бай-бай, еее.